джипе есть еще одно свободное место. Что тут сказать? Первый выезд в новом 21-м году. Впрочем, это же великая красная акула. Всем здрасте. Тяжело. Ой, как тяжело запускался дизель, мы аж очумели. А хуже всего пришлось, когда мы заползали в гору. Акула начала кашлять, а потом и вовсе встала. Кое-как вновь собрали схему и уехали таки. Все равно, что в гору шеститысячник тащить одной секцией. Ух ты, консервная банка! Правда, прогревшись, аппарат поехал ровнее. После зимней спячки у «Жигулей» обнаружилась потеря золотника в одном колесе и практически пустой бак. Золотник купили, бак наполнили, но вот состояние лакокрасочного покрытия. Даже не специалисту было достаточно одного взгляда, чтобы понять, перед ним уже не новый автомобиль. Что ж, как говорил робот Вертер, «Это становится уже интересно. Придется опять красить». Прям ежегодная забава какая-то. Но в этот раз все будет иначе, ибо мы изрядно подготовились. Вот, взгляните. Ну вот тут смотри, что происходит с крыльями. Они опять, это какая-то жесть. А это шпакля, ты понимаешь? Вон, шпаклевки просто немерено. Жесть какая, конечно. С этой стороны мы сейчас начали уже попробовали. Видите, я купил грунт, хороший грунт. А там краска хорошая, красная. И вот сейчас вот так вот грунтануть чуть-чуть. Все по науке. А потом покрасим. И вот чем вот так она у нас сейчас выглядит. Ну, выглядит так себе, конечно, на 5 с минусом. Да. И вот здесь вот опять, видишь, такая тема. Вот это надо будет тоже так вот тык-тык-тык-тык покрасить. Но грунт финский. Смотри, какой там гладкий. Офигенный грунт. Чел, смотри, грунт. Просто класс. Такой прямо блестящий. Вот модель-то им красит. Смотри, да? Грунтовать. Самое то. А мне кажется, так вот даже лучше, да, Саша? Как считаешь? Так оставить, да? Нет, это понимаешь, это такая она. Переходами. Это хай-тек. Стиль такой. Я мастер Эдуард. Профессиональным сертифицированным инструментом произвел подготовку крыла автомобиля ВАЗ по краске. Это крыло. Это крыло, оно вроде лучше, но оно хуже, понимаешь? У нас весь ремонт заключается в том, что мы просто ее красим разными способами. Лучше генератор поставили. Да генератор, он как земля. Там, если генератор ставить, надо еще помпу менять, потому что она течет и капает на генератор. Вот видишь, теперь ты как встал, это круто, а? Какой машин, слушай, а? Красный и серебряный. Топчик. Топчик, вот правильно. Золотые слова. Был сарказм. Я думал, что это сарказм. Итак, автоэмаль. Кажется. Кто тут покрасить еще немножко? Я художник, я так и вижу, понимаешь, Саша? Спустя две луны с работы было покончено, и вот результат. Состояние нового автомобиля, да еще с авторской покраской. Пожалуй, меньше чем за 200 чилийских долларов мы ее не продадим. Конечно, наша покраска слегка отклонилась от технологии, прописанной заводом, но ничего, ничего. Мы художники, мы так видим. Вот тебе весь сказ. Вот здесь понизу так. Арки, видишь, тут замазали. Здесь теперь багажник. Он же все время белый был, как собака. А теперь-то красота стала. Ну, одного баллончика, конечно, маловато, но все равно. И с этой стороны вот такой леопард получился пятнистый. В остальном вообще все круто, правда.
машинка завелась, она у нас едет, и вообще все классно. Так что подписывайтесь, оценивайте, ставьте лайки. И все-таки скажите, продавать нам ее или нет. Я что-то склоняюсь к мысли, что можно уже ее и продавать. И вместо нее покупать что-то другое. Какой-нибудь москвичок старенький. И, ну, ты понял, короче. Друзья, на этой оптимистичной ноте, пожалуй, можно завершить повествование. Передаем привет всем преданным поклонникам агрегата и прежде всего Максиму Машенюге. Заходите на наши стримы, подписывайтесь на канал, группу ВВК и Инсту. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео!